Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 1, секция 5, упражнение 107. Your friend wants to become a journalist, or musician, or singer, or writer, or computer programmer. Tell him or her which club is best for him or her. Give your reasons. Нас просят представить ситуацию, что ваш друг хочет стать журналистом, либо музыкантом, либо певцом, либо писателем, либо программистом. Посоветуйте ему, либо ей кружок, который лучше всего подходит. Объясните ваш выбор. Составим несколько предложений, в которых отразим, почему данный кружок стоит выбрать нашему другу. If you want to become a computer programmer, the computer club is best for you. Итак, я выбрала профессию программиста ЭВМ. И поэтому мы говорим, если ты хочешь стать компьютерным программистом или программистом ЭВМ, то компьютерный кружок — это самый лучший кружок для тебя. This club has modern computer technologies and the best software. Этот кружок оснащен современными компьютерными технологиями и программным обеспечением. И последнее предложение. You can make the world more creative place with modern computer program. Ты можешь сделать мир более созидательным с помощью новой компьютерной программы. Well, вы можете выбрать другое. Профессию, и тогда уже вам придется немножечко изменить свой рассказ и пожелание пойти выбрать тот или иной кружок вашему другу. А можете остановиться на профессии компьютер-программы. Well, если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.